Большой салют всем любителям футбола, говорит и показывает Минский крытый манеж. Это третий тур Кубка развития. И этот матч отправляется с вами смотреть сегодня я, комментатор Антон Козик и Михаил Бернак. Миша, привет! Привет, Антон. Рад, что мы вместе с тобой сегодня работаем на этой встрече, на этом матче. Ну, я думаю, что нас ждет сегодня очень интересный футбол. Как думаешь, и чего ждешь сегодня? Да, с ответственной работой. На самом деле, мне кажется, нам попался самый сложный матч в плане фамилий. Это однозначно, и даже никто спорить не будет. Ну а так, конечно, фаворит этой встречи, как мне кажется, сборная Ирана, которая очень здорово начала турнир с победы, затем уступила сборной России, и сегодня проверит себя уже с Таджикистаном. Мне кажется, что все-таки фаворитом будет Иран. Ты как думаешь? Да, я тоже думаю, что Иран все-таки является... В центре поля. Есть немного пространства, пас направо, и, в принципе, отсюда уже можно бить поворотом, так и получается удар, ну, не опасно. Да, получился здесь не опасный удар, вратарь сборной Таджикистана все это контролировал, Исмаилов, и был на стороже. Бегу, конечно, будет пас. Наверное, штрафную, опасно может получиться, удар поворотом, и хорошо здесь Исмаилов делает сейв, вот... Уже без всяких сомнений самый первый опасный момент в этом матче. Да, была неразбериха в штрафной площади, отскочила очень удобно. И в целом с метра можно видите, было... Тут уже, конечно же, будет точно прямой удар. Удар поворотом. Нет, это не Заирхаи был. И опасно здесь пробивал игрок сборной Ирана. Ну, как мне кажется, легче было с левой ноги бить. Но вот по такой траектории правой ногой ударили игроки Ирана. Но, возможно, хотели запутать вратаря и запутать стенку, и запутать все, в принципе, защитную линию Таджикистана. Получилось, но стенка, конечно же, тут нужна. Понятно, что такого с острого угла. Наве штрафную. Опасно! Может получиться и не попадает по воротам игрок сборной Ирана. Да, отличная возможность была сейчас открывать счет в этой встрече, но каким-то чудом просто не попал 13-й номер. Это был Розагиня Амир Ахмат. Смотрим еще раз. Получается точно отдать, забегание по правому флангу и удар, который заканчивается угловым. Вот что-то интересное, причем сразу же после выхода 8-го номера на левый на фланг защиты у Ирана. Да, показывает нам вратаря. Не особо. Да. Сулаймонов. Да, наве штрафную. Ой. Опасно. И сразу же судья дает свисток о нарушении. Это опять же странное решение, там вроде как никто никого не касался. Вот так смотри, вот, как стали играть они после выхода замены. И опасно может момент. Получиться, и 15-й номер пробивал, и сразу же 15-й номер Таджикистана. Гализаде. Да, выбил. А, 15-й выбил или 15-й выходил? 15-й просто выходил один на один, а, видимо, еще и 15-й также выбил из пустых ворот. По мячу, но все-таки сохраняют иранцы свой мяч. Передача за спину. Может опасно здесь получиться. Падают на газон футболисты. Даже не футболисты. Один. Да, футболист не заметил. Футболиста Таджикистана, но все-таки иранцы отдают мяч. Но может получиться. Сейчас опасно. Входит в штрафную. Удар поворотом. И 1-0. Забивает сборная Таджикистана на 56-й минуте матча. Какой важный гол. Ну вот мы с тобой совсем недавно говорили на тему того, что сборная Ирана выглядит не очень хорошо, и сборная Таджикистана стала играть. Но пока посмотрим за моментом, как он вошел здесь в штрафную и даже не отдавал передачу, и просто мимо вратаря дальний угол пробил и забил первый гол своей команды. Даже видим, как двадцатка Таджикистана Шахбон Наимов схватился за голову. Как такое вообще можно получиться? Да, между ног. Мне тоже сначала матч. В возрасте 16 лет, 7 месяцев и 9 дней. И вошел в пятерку самых молодых игроков. Но у нас опасно здесь может получиться. И забивает Иран и сравнивает счет в этой встрече. 1-1. Как же быстро иранцы сравняли счет. Не успел я сказать, что в принципе пропущенный гол сборной Ирана должен как-то мотивировать. И как оно и получилось, Иран сравнивает счет 1-1. Тахири забивает мяч. Мы с тобой отмечали, что он практически не касается мяча. И вот его одно из первых касаний приводит к голу. Первым он принял, вторым отправил мяч в дальний угол. И казалось, что должен выручать Исмаилов. Потому что... карточку, но два похожих. Но сейчас может опасно получиться. Хороший тут парень по 13 номеру, на самом деле. Особенно во втором тайме. Камолов. Удар издалека. И мяч летит выше, на 9. Остается чуть более 15 минут плюс добавленное. И здесь ошибается. Может получиться опасно. И удар забивает Таджикистан. Второй мяч. Как же здесь ошиблись игроки сборной Ирана. И как же бурно празднуют. Да, ужасная ошибка. Как можно было пойти в обводку? Возможно, защитник не видел то, что нападающий находится рядом с ним. Отбор. И мяч прилетает второму игроку Таджикистана. Ага.
сборная Таджикистана может получиться. Ну как заиграли парни. И снова Камолов у нас по правому флангу рвется. В этот раз будет отдавать передачу. Отдает и удар головой. Жаль, но выше летит мяч. Ну как играет Таджикистан? Как будто другая команда вышла на второй этап. Да, и как же оживились трибуны. Послушай, просто вот... Собирать остатки той самой игры. Пас направо, сборная Ирана. Будет подача, и есть она, и Тахири через себя планировал, но немного не попал по мячу. Смазал концовку, а в целом, конечно, классная атака, Иран. Да, хороший момент получился, и снова такая очередная попытка ударить через себя. Но если тогда был в первом тайме, в начале встречи момент через себя, оказывается, первый на мяча. Снова убивает, таким одинаковым тактике, и выходит Камолов 1-1, пытается обыгрывать, и делай хэт-трик, дело, и 3-1! Таджикистан! В принципе, наверное, обеспечивает себе победу в этом матче. Говорит Камолов, второй тайм и такой перформанс от 13-го номера сборной Таджикистана. Третий мяч, и все такие красивые. Правда, второй выход 1-1. И как же он разобрался с вратарем и уже пустые ворота отправил. Чем-то Азмуна напоминает, да? Хотя игрок из Таджикистана, ну, так вот, делает игру, делает разницу именно он. И, если честно, я не смотрел параллельные матчи именно авторов голов, но я уверен в команде, который вышел вместо него. Нуридин. И ложится на газон. Можно, конечно, полежать, немножко потянуть времени. Я думаю, что ничего уже не получится сделать у Ирана. И видим, что главный арбитр достает свисток и дает команду об окончании этого матча. 3-1 победа Таджикистана, которая, в принципе... должна выводить их в плей-офф, но, к сожалению, для Ирана этот турнир заканчивается. Поблагодарим ребят за игру. Очень классно они смотрелись и даже немножко печально то, что они покидают